Именно май энтомологи называют самым опасным клещевым месяцем. Активному размножению насекомых способствует обилие дождей и теплая погода. В прошлом году в этот период болезнью Лайма заразились более 240 белорусов, а клещевым энцефалитом 24 человека. Специалисты просят обратить внимание на то, что если даже вы самостоятельно сняли с себя клеща, необходимо отнести его на экспертизу в Центр гигиены и эпидемиологии. И, конечно, соблюдайте осторожность при походе в лес. Надевайте закрытую обувь, одежду с длинным рукавом и головные уборы.